Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Желающий обогащаться впадает в искушение. Закоренелая причина всего зла — сребролюбие. Оно завлекает всех в сеть, погружая в пагубу из бедствий, в разнообразную похоть. Новорожденный в мир не принес ничего в день смерти, что он вынесет из него, словно гвоздь, который забили среди камней. Грех укоренили посреди продажи либо купли. Беззаконное собрание похоже по духовному характеру на пакли. Умеры богатые, чтобы сдавать из ада вопли. Отец Авраам, будь милосерд со мной. Пошли ко мне скорее Лазаря, чтобы смочил хотя бы мой язык водой. Авраам ответил: вспомни, что ты получил уже добро в жизни твоей. Сверх этого всего великая пропасть утверждена между мной и тобой. Все хотящие уйти отсюда к вам не могут, никто оттуда к нам не переходит. Ожерелье богатого при жизни гордость, драгоценным нарядом одевают его дерзость. Весы неверные перед Господом мерзость, собирается на беззаконных праведная ярость. Трудно тем, кто надеется на свое богатство, войти в небесное царство. Глаза нечестивых выкатились от жира, ничего кроме огня не останется в итоге от мира. В секунду смерти эгоизм испытывает полное крушение. Страх смерти. Все, для которых жизнь — это Христос, смерть — приобретение. Любая плоть обречена на тление. Возлюбил нас, принес себя за нас в жертвоприношение, в жертву Богу, в приятное благоухание. Будучи богат, обнищал ради нас, самого себя уничижил. Принял образ человека, кроткого, смиренного раба, чтобы исполнить волю благого Отца, который воскресил его из гроба.